Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Самарский рэперист стал третьим на этапе Кубка мира по фехтованию. Кубок легенд разыграли любительские команды Самарской области. В поселке Усть-Кинельский студенты сельхозакадемии не только учатся быть аграриями, они еще играют в хоккей. Местная команда «Кинель-Агро» четвертую зиму проводит турнир «Кубок легенд». Вручать призы приезжают легендарные хоккеисты прошлого, чемпионы мира Юрий Ляпкин, Борис Майоров, Владислав Третьяк и Борис Михайлов. В этом году студенты в финале проиграли «Монолиту» из Пестравского района 5-7, однако игрой остались довольны. Ну, это все-таки праздник хоккейный все-таки для публики, для народа, для развития молодежи. Вот для этого мы играем. Пестравская команда каждый год приезжает в Усть-Кинельский за Кубком легенд. И только с четвертой попытки завоевала трофей. Победу в этом турнире известный тренер Самарской области Олег Шлыков считает заслуженной. В команде «Агро» и в нашей команде многие хоккеисты, которые им прошли майскую школу. Это в «Агро» Емельянов Денис. Здесь у нас играли Ланкин Павел, Ламанов Михаил. Он тоже прошел, ставший лучшим игроком в нашей команде. Они прошли всю школу «Золотой шайбы». После финального матча любители шайбы легендарных гостей Бориса Майорова и Бориса Михайлова просто так в Москву не отпустили, устроили импровизированную пресс-конференцию. Вопросы задавали на злобу дня. Например, почему профессиональный хоккей в России последние годы деградирует. Мы перестали тренироваться. Мы только играем. Они просто не могут расти. Что такое тренировка? Тренировка – это бесконечное повторение одного и того же приема до тех пор, пока ты его не освоишь. Если ты его, этот прием не тренируешь, как ты его можешь применить в игре? Слабо развит и подростковый хоккей во дворах. Золотая шайба не обеспечивает ни формы, ни чем. В свое время, когда мы говорили о дворовой команде, мы, может, слово такое здесь нет, мы водосточные трубы, знаете, такие, колено вовивали, под себя делали, это были щитки. Спасение хоккея в России – дело рук любителей хоккея в каждом городе и деревне. Игроки и тренеры Усть-Кинельского и в следующем году планируют разыграть Кубок легенд. А чтобы вернуть трофей себе, послушав легендарных хоккеистов, вышли на лед тренироваться. В фехтовании у сборной России дела обстоят немного лучше, чем у хоккеистов. Самарский рэперист Кирилл Бородачев выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира во Франции. В споре за третье место сборная России встретилась с Италией и уверенно победила 45-35. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!